Меньше за сутки засталося до Нового года. Белорусские вартовые мяжи пообещали сустреть его с пашаной и бесперешкодно пропустить с усходу на заход проз державную мяжу. Такий загад отдал пограничникам белорусский Дед Мороз. Светком символичного ритуала стала наш корреспондент Людмила Салдина. Новый год чакают по всей планете. У кожную Украину, у кожный куточек земли он повинен прийти своечасово. Затриматься на мяжи ему нияк нельга. Тому напередодні пагранічны нарад заставы Перароў, што знаходзіцца ў Белавежскай пушчы, атрымаў незвычайны загад ад беларускага Деда Мароза. Наказ Деда Мароза. Доблесные стражи границы земли белорусской. Новогоднюю ночь беспрепятственно пропустить через государственную границу новый 2015 год. Есть выполнить наказ Дедушки Мороза. Новогоднюю ночь беспрепятственно пропустить новый 2015 год. Пограничный наряд направо. На охрану государственной границы Республики Беларусь шагом марш. Чтоб с Новым годом все новое, счастье, смех, здоровье были пропущены через границу, а все плохое не было пропущено. Пограничники выполнят наказ Деда Мороза и в следующем году 15-й год, я надеюсь, для нас, для нашего народа будет счастливым, удачным и еще лучшим. Символичный ритуал зародился у Беловежской пущи у 2008 годе. Пушчанский Дед Мороз отдает загад белорусским вартовым мяжи на права гоноровага пограничника краины. Вспоминайте строки великого поэта «Мороз, воевода, дозор». Так что я в новогоднюю полночь тоже дозором на государственную границу выступаю и стараюсь обеспечить проход Нового года с востока на запад. За казачным ритуалом, який бывает только один раз у год, назирали вучни военно-патриотичного класса 31-й Брестской школы. Свои новогодние пожадания дети покинули на символичном пограничном слупе под номером 2015. Этот слуп один в Беларуси, який призначены для чаровных метов. Людмила Салзина, Тиграна Капян, областные новины, Беловежская пушча.